окон, во все сокон, во все сокон, во тьму видя. Затейливые узоры, яркие наряды, народная музыка. В Ульяновске отпраздновали 10-й юбилейный «Шумбрат». Название переводится как «Здравствуйте». Весеннее торжество приветствия провели во Владимирском саду. Дело в том, что вот в 2014 году я впервые пришел как бы в автономию, стал ее председателем и задумался, почему же у чувашей есть свой праздник, а катуй, у татар есть свой праздник Сабантуй, а у мордвы единого праздника в России нет. Ну, немножко подумав, посовещавшись с Министерством культуры нашей, значит, области, с Министерством культуры и национальной политики Республики Мордовия, мы пришли к выводу, что необходим единый праздник в России Мордовия. Затея удалась. В прошлом «Шумбрате» участвовало более 3000 людей. И в этот раз праздник прогремел на весь регион. На торжество пожаловали и высокие гости. Губернатор Алексей Русских радушно принял делегатов из Мордовии. От всего сердца поздравляю вас с этим замечательным праздником. В этом году Ульяновская область широко и радостно отмечает 10-й юбилейный раз. Это говорит о том, что он стал неотъемлемой частью нашей культурной жизни и полюбился не только представителям мордовского народа, но и всем жителям нашего региона. На сцене эффектные представления Варма и Росичи, а рядом в парке расположились колоритные площадки. Национальная кухня, аппетитные картофельные ватрушки, соленья, окрошка. Мордовские хозяюшки с гордостью угостили национальными сокровищами. Мордовский народ очень любил каймаки печь, это ватрушка картофельная. Есть у нас чапа молоко, то есть это кислое молоко, блин, естественно, блины, каша пшеная, лапшерник. А по соседству с гастрономическими радостями представили выставку литературы и этнических украшений. Так молодой праздник стал доброй традицией Поволжья. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров. Управда ТВ.